Почему некоторые ненавидят школу? Это наличие бесполезных предметов, по их мнению. Оценки, которые ставят в школе. Многие родители ругают своих детей за оценки. Контрольные без предупреждения. Многих это очень бесит, когда у вас сегодня контрольная, а ты совсем не готов. Наличие большого количества домашних заданий. Многих очень раздражает и лишает личного времени. Этот человек хрустел пальцами каждый день на протяжении 60 лет. Он хрустел 60 лет пальцами только на левой руке, а правую не трогал. Через 60 лет он пошел и сделал рентгеновские снимки обеих рук, чтобы посмотреть, есть ли какая-то разница между левой и правой рукой. Врачи просмотрели снимки и сказали, что отличий никаких нет. Родители вспомнили о нелюбимой дочери, когда она стала богатой. Многие подумают, что родители любят всех своих детей одинаково, но не всегда бывает так. Девочка была любимым ребенком до 10 лет, но потом появился еще один ребенок, ее брат. Однажды девочку увезли на каникулы в деревню к дедушке, и после чего даже не забрали. Девочка спросила, может ли она остаться жить у дедушки навсегда, и он согласился. Так она и продолжила жить там, где и ходила в школу, а позже в университет. В университете она завела очень много друзей и часто навещала дедушку, а вот родители ее даже и не вспоминали. Через некоторое время дедушка Ани умирает, оставив ей в наследство шкатулку с драгоценностями. Как оказалось, эта шкатулка с драгоценностями оценивается в 1 миллион долларов.